Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Двумя главными трендами для заработка сейчас являются мемкоины и тапалки в Телеграме. Ну и в моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о проекте, который объединил в себе оба этих тренда. Молодой мемкоин с блокчейна Solana, который запускается буквально через несколько часов. И при этом имеет собственную игру в Телеграме для полупассивного заработка токенов. Проект называется Lucky Cat. На первый взгляд он представляет собой классический мемкоин. Отчеканен он на блокчейне Solana, главной сети для мемов на текущем сезоне. Маскотом Lucky Cat является кот, что является частью тренда на ответки и противопоставления для Doge, Shiba и других собачьих мемкоинов. Плюс в стилистике Lucky Cat используется тематика покорения космоса и освоения Марса, что также является долгоживущим трендом среди мемтокенов. Токеномика Lucky Cat является максимально честной. Многие мемкоины сейчас заявляют о том, что запускаются по модели FireLaunch, но при этом все равно оставляют токены команды и продают ранним инвесторам на пресейле. У Lucky Cat всего этого нет, у них реально полностью честный запуск. Нативный токен LKC имеет ограниченную эмиссию в 100 миллиардов токенов, которые при запуске будут полностью отправлены в пул ликвидности на DEX. LP-токены от данной ликвидности будут сожжены. Такой подход сильно добавляет надежности проекту, ведь он исключает возможности рагпула, внезапных продаж от ранних инвесторов и команды, и в целом делает цену токена более стабильной и предсказуемой. Соответственно, и мы с вами сможем приобрести данный токен только на DEX. Ведь никакого пресейла и запуска на FunPump у Lucky Cat нет. Листинг токенов LKS состоится на бирже Radium в паре LKS Sol. Стартовать торги должны совсем скоро, буквально через несколько часов. 2 ноября в 7 p.m. по UTS или же в 10 вечера по Москве. Учитывая, как стреляют мемы при листинге, мы с вами можем постараться урвать LKS по максимально низкой цене, чтобы потом получить большой профит с его роста. Это, разумеется, не призыв к инвестициям, перед покупкой обязательно проводите собственное исследование. Однако, как я и сказал в начале, мемтокен не единственный продукт проекта Lucky Cat. Он находится на пересечении тренда мемов и GameFi. Поэтому у них также есть и собственная игра. Называется она Lucky Garden. Реализована она в самом хайповом сейчас формате в виде мини-приложения в мессенджере Telegram. А это значит, что для доступа к игре не потребуется ничего скачивать и устанавливать. Достаточно лишь запустить бота и открыть приложение. Сама же игра представляет собой симулятор сада. Чем-то напоминает аналогичную мини-игру из Plants vs. Zombies. Тут мы можем высаживать виртуальные растения, которые будут приносить нам токены LKS раз в несколько часов. Покупаются растения также за токены LKS. При входе каждому игроку дается бесплатно одна клетка для посадки и 100 токенов LKS, на которые можно приобрести первое растение. Кроме этого, LKS бесплатно выдаются за ежедневный вход в игру, с каждым непрерывным днем все больше и больше. Плюс, разумеется, есть и награды за выполнение миссий, такие как подписки на социальные сети, знакомство с партнерскими проектами и так далее. Дополнительный LKS можно зарабатывать и за приглашение рефералов. Мою ревку, кстати, вы сможете найти в описании под видео. Однако вывести полученный LKS из игры пока что нельзя. Такая возможность появится чуть позже, когда команда добавит функцию привязки Solana кошелька к игре. Помимо нее в скором времени появится и возможность стейкинга, которая позволит получать еще больше LKS на пассиве.
Как я и сказал, мою ревку на игру Lucky Garden вы сможете найти в описании под этим видео. Там будут и другие ссылки для более подробного ознакомления с проектом Lucky Cat. Не забывайте про скорый листинг 2 ноября в 10 вечера по Москве на радио. Только перед покупкой токенов обязательно проводите собственное исследование и учитывайте все возможные риски. У меня же на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!